Батюшка, у нас на связи Тольятти. Ответим на вопрос. Давайте, с удовольствием. Здравствуйте. Здравствуйте, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте, батюшка. Звонит из Тольятти Галина. Здравствуйте. Благословите. Бог вас благословит. Батюшка, спасибо огромное вам за вашу любовь к нам. Такие ваши беседы душевные, такие понятные. После них легче жить становится. Мне хотелось бы знать, вот один раз в неделю, в субботу, мы вас видим по ТВЦ, ну, по каналу. Да, да, значит, действительно. Хотелось бы знать, а где еще можно было бы вас услышать? Ну вот видите, сегодня на канале «Союз» меня можно увидеть и услышать. Довольно часто беседы на разные темы можно увидеть на разных православных интернет-ресурсах, в том числе, скажем, есть такой замечательный интернет-сайт «Православие и мир», где в последнее время я достаточно часто вот даю интервью и беседы о воспитании детей. Вы знаете, а даже вот те программы, которые выходят у нас на ТВ-центре «Православная энциклопедия», они выложены тоже в интернете. И те программы, которые вы, скажем, не успели посмотреть, вдруг по каким-то причинам, можно найти на нашем сайте «Православная энциклопедия» Седмица.ру и увидеть их в записи, в видеоварианте и рассказать об этом своим друзьям. Вот. Спасибо, батюшка.